Ребята, всем привет! Привет, мои хорошие! Добро пожаловать ко мне на канал. С вами я, Елена. И сразу хочу сказать, что это видео будет абсолютно другого формата. Я решила исполнить свою давнюю мечту и хочу с вами поделиться этим. Дело в том, что я очень боюсь высоты, но все-таки я решилась прокатиться на парашюте над морем. Безумно боюсь высоты. Пожалуйста, держите за меня кулачки, поддержите меня, мне очень приятно будет от вас ваша поддержка. Ну все, ребята, я настроилась и решилась. Идемте вместе полетаем. Хочу обратить ваше внимание, здесь несколько яхт, и как раз здесь можно узнать, сколько стоит, на какую высоту вас будут поднимать, сколько по времени, что мы сейчас с вами и сделаем. Buongiorno, bella ciao. Привет. Привет, привет, да. Скажите, пожалуйста, сколько стоит и сколько минут? Парашют стоит один человек, 100 лари. Ну, это занимает около 10 минут. Один большой полет, большой круг, так сказать. 300 метров у нас веревка. Поднимаемся где-то под 200-250. Угу. Большое спасибо. Ну что, поехали, будем пробовать? Давайте. Пожелайте мне удачи. Заряжай. Да, идемте. Ну что, я готова. Давайте будем одевать. Давайте, давайте. Пора уже полетать. Скажите, пожалуйста, а на какую высоту вы меня поднимете? 300 метров поднимаемся. 300 метров это веревка. Но выходит где-то под 250. В смысле 300 метров? Что, серьезно? Да, да, нормально, вообще супер. 300 метров. Так, сейчас. А, вот так, да? Угу. Вот так. Можете подержать вот так? А мне вот так, да? Да. Ага. Окей. Окей. Ой, что-то это... Сердце, что ли, защемило. И, наверное, я передумала. Не, передумать. Это вот когда полетите. Мне дурно. Эмоции возьмете, потом уже передумайте. А вы мне точно тут все хорошо застегнули? Конечно. Я боюсь. Of course. Ой. Да. Все, да? Безопасность, все нормально. Все. Большое спасибо. Не надо бояться. Большое. Если что, чачу нальем чачу. Для храбрости. Ой, вы знаете, я согласна. Наливайте. Спасибо большое. Ну что, ребята, поддержите меня, пожалуйста. Я так волнуюсь и боюсь. В добрый путь. Ура! Я это сделала! Я летаю! Это чистый кайф! Такая свобода! Супер!
Ну что, наконец-то я это сделала. Я очень рада. Я довольна. Если честно, то я горжусь собой. Скажите мне, пожалуйста, если у вас цели, желания или мечты, но вам мешают страхи, ничего не бойтесь, действуйте. У меня же получилось, значит, и у вас получится. От всей души желаю, чтобы у вас все получилось. И, кстати, ребята, которые нас прокатили на парашюте над морем, хорошие, приветливые ребята, под этим видео оставлю их контакты. Вы можете с ними связаться, и они вас тоже так же с ветерком прокатят. Ребята, давненько у нас не было конкурса, и так у нас новый конкурс. Я обратила внимание, что вдоль набережной мужчина всегда делает поделки из дерева. Здравствуйте, скажите, как вас зовут? Меня зовут Мераб Пасиладзе. Меня Елена, очень приятно. Скажите, как давно вы этим занимаетесь? Я уже резчик по дереву 30 лет уже. А этим уже последние годы, 6 лет уже этим занимаюсь. Для туристов, уже у нас в городе много туристов. И для туристов что-то, чтобы свою этот показать, что-нибудь там, что я могу делать. Вот 6 лет этим занимаюсь, когда уезжают, пускай заберут мои работы. А мои работы вообще-то есть такие, что вот в Грузии никто не занимается этим, да. Еще есть такие вещи, которые вообще можно сказать, что в мире нету, да. Вот тема такая, что я выбираю что-то и грузинские темы, и этот я сам придумываю что-то. Вы как вы получается творческий человек? Да, я закончил художественное училище здесь в Батуми. Давайте мы с вами тоже выберем подарок для вас. Я сейчас смотрю. Если честно, то у меня глаза разбегаются. Наверное, вот на эту рыбку я обратила внимание. Она мне больше всего симпатизирует. Посмотрите, какая хорошая, симпатичная рыбка. И раскрашена она в таких красивых, интересных тонах. Это старый символ Батуми, дельфин с зонтиком. Это наша эта эмблема Батуми была, это уже давным-давно этим отличалась именно Батуми. И символ этого внутри, этом, и на фоне моря, да, вот нарисованном. Да, очень красиво, интересно. Итак, запускаем новый конкурс. И для того, чтобы выиграть этот приз, нужно выполнить условия. Это обязательно быть подписанным на мой канал, поставить лайк под это видео. Обязательно пишите в комментарии «участвую», чтобы я знала и понимала, что вы участвуете. И не забудьте открыть свои подписки. Ребята, я вам всем желаю удачи и до новых встреч в Грузии. Пока-пока!